Театр Новосибирска готовится к открытию нового сезона. В этот раз зрителей ждет 25 премьер, а театр кукол будет работать по вечерам. В репертуаре появятся спектакли для взрослых. Электронная продажа билетов началась в театре кукол, что у нас была ситуация, когда люди привыкли, что нет билетов в кассах, и перестали просто ходить в кассы. И у нас оставались билеты. Ситуация в прошлом году возникла такая, когда начали разбираться, теперь билетов опять, к счастью, нет. Но будем больше делать больше спектаклей, чтобы она была для разноплановой публики в том числе. Также в планах провести в Новосибирске фестиваль театров кукол. Наш город примет такой масштабный проект впервые. Кроме этого, зрителей ждет уже традиционный новосибирский транзит, фестивали Новосибирского театрального института и музыкальных театров «Другие берега». А труппа «Красного факела» отправляется на большие гастроли во Францию. На нескольких площадках по всей стране и в Париже наши актеры представят спектакль Тимофея Кулябина «Три сестры». Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!